Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем победителей розыгрыша в Телеграм. Ребят, давайте послушаем. Я бы изуродовал все красивое, все чистое, белое. Изнасиловал я, боролся против своей природы, зная, что я обречен на провал. И да, нахуй их праздность. Сфотографируй промежность, свой инстаграм себе еще больше лайков. Статистика всегда очень важна. Я ненавижу себя за то, что я был под ногами живого царя. Сын декаданса, субкультурный позер, отщепенец и маргинал. Моя эпитафия такова, на их шаг золото на моей петле. Ребятки, я скажу, что голос очень, да, интересное исполнение, да, голос красивый, да, исполнение такое интересное, необычное, да. Ребята, про Альберта мы знаем, у него была сильная депрессия, ребят, и такой же текст у него. Музыка классная какая, да? Вообще исполняет вообще классно, да? Голос шикарный. Скажу, немножко депрессивный, конечно, трек, ребятки. Ну, такое настроение было у исполнителя, ребят. Голос очень красивый, хорошо поет, да? Хорошо читает, поет вот этот рэп, да? Музыка интересная, да? Ну, хорошо слушается. Вот композиция хорошо звучит, да? Но депрессия дала себе знать. И человек, вот исполнитель, переживал очень сильно. И вот он такой же трек и написал, ребят. Это депрессия, друзья. Ну что, ребятушки, слушаем следующий трек. Какая красивая девочка, да? Ой, I'm probably drinking all, but I'm throwing it 12 up, huh?
was true, man, you wanted love, love, lust. You fell in love, how did you come? Oh, yeah. Oh, yeah. 100,000 is luggage. О, ребята, какой же у него чудесный голос, да? Какой чудесный голос, ребят, как он поет классно. И музыка какая-то, прям вот она красивая, да, необычно все, ребят. Ну, ребят, видите, вот, конечно, курит много, нежелательно, конечно, да? Нежелательно. А голос очень красивый, интересный клип такой, ребят, интересный. Прям вот хочется смотреть и слушать, да, ребят? Ну, здесь, ребятушки, о любви, неоднозначная любовь, ребят, как они друг друга смотрят, да? Они просто молчат и смотрят, наслаждаются, что они рядом друг с другом. Молодец, исполнитель шикарный поет, шикарно. Музыка чудесная. Классный трек, ребятки, очень понравилось. Они сон видят, видите, они вдвоем. Они друг друга любят и наслаждаются друг с другом. Они везде вместе. Это, ребят, любовь. Классный исполнитель. Конечно, мне этот мальчик очень понравился своим голосом. Классно поет, необычно. Пожалуйста, ребят, слушайте, интересный трек. Так, друзья, слушаем следующий трек. Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы среди фейковых зданий куда-то ходим кругами. Этот мир нереален, я давно это знаю. Мы просто сидим в кинозале и смотрим целыми днями на нашу жизнь. Это же кино в 3D, будто мы живем во сне. Все не на его паре, нереально как 7D. Это же кино в 3D, будто мы живем во сне. Ой, шикарно. А какие талантливые ребятки, да? Какие талантливые ребята. Молодцы, ребят. Голоса шикарные. Музыка. Знаете, ребят, охота. Хочу вас слушать, ребята. Ребят, подключились новые голоса. Ребятки, молодец, шикарно, ребятушки, прям радуйте нас. Обмана, но крепость моя стала нет кремена, ваши сделали сами. И свой первый лям поднимается в армии. Мы алкоголь вместе с тусином. Если мы трепим, то трепим сильно. Делаем музыку сильнее, и тогда точно мы тут зависнем. Живу 15 мирах, забрались в секретов ад. Завтра я еду в МСК, сияю даже ДСК. Я летею кефаль, нет кандалы пальто. Тут большие города, со мной сейчас трепом вам. Жизнь это матрица, поверь, я в ней то черный стал. Блядками сон, блядь, читай трэп, топы.
чувствовал себя как мусор массажа. Рельс и рельс, успал и спал, и я прибавлял подажа. Я давно это знаю, мы среди фейков и да и куда-то ходим кругами. Этот мир нереален, я давно это знаю, мы просто сидим в кинозале и смотрим целыми днями на нашу жизнь, Ребята, они, знаете, что, о чем поют? Что мир этот нереальный, что мир это матрица. Понимаете, ребят? Они размышляют об этом, ребятушки! Ну что, вообще-то, ребят? Не конец, у этого трека есть прошлые части, как бы. Ладно. Ребятки, что скажу? Вот скажу вам респект, ребят. Респект огромный. 5 голосов. Я думаю, 5, наверное, если не больше, ребят, да? Больше, наверное. Больше, наверное, да. Голоса шикарные. Классно пели, знаете, настроение поднимает. 8, кажется, есть голосов, да? 8. Угу. Настроение трек поднимает. Интересный текст, ребятки. Ребят, вы супер. Ребят, пишите, не останавливайтесь. Радуйте нас, ребятки. Прям у вас классное направление. Ребят, я танцевала, подпевала. Мне все понравилось. Шикарно, ребят, шикарно. Пока, друзья.